Товарищ командир, немецкая колонна в 1000 метров от нас, легковуха, грузовик с солдатами и бронетранспортер. Примерно взвод солдат, вооружены винтовками. На бронетранспортере 2 пулемета. Отлично, Егор, на тебе пулеметчики. Только не тяни, убирай сразу, кто положит пол отряда. Понял? Так, точно. Выполняй. Ну что, политрук, выдюжим? Грозный командир. Ну, с Богом. Hoffentlich ist der Krieg bald zu Ende. Ich habe keinen Bock auf den kalten russischen Winter. Ja, bestimmt. Wir stehen ja schon vor Moskau. Hey Jungs, was haben wir da? Hat es lieber die Augen auf? Jawohl, Herr Feldwebel. Быстро собрать оружие, транспорт сжечь и уходим. Кубка этого. Библиотехимия есть.